Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу пересадить вот такой дендробиум. Такой вот красивый он был, цвел. Дендробиум Sanok Polar Fire. У него здесь есть новые росты. Вот здесь еще пробивается росточек. Цветение он свое закончил. Вот тут вот корешки у него даже наросли. И буду я... Хочу поменять, в общем, грунт. Ой, ой, палка пробила, похоже, дно горшочка. Такой грунт. Это кокосовый торф с примесью кокосовых чипсов. Этот цветочек у меня с 13 ноября 2021 года. Он не пересаживался. Покупался не цветущим. И сейчас я хочу его пересадить, потому что ему здесь не очень хорошо, я так считаю. Вот тут внутри у дендробиумов идет вот такой вот деревообразный кокос, ну как кусочек дерева, но он тут на труху похож уже. И вот он мне очень не нравится. Он тоже, как и торфяной стакан, очень долго просыхает. И если поливать дендробиум замачиванием, наверняка это приведет к гниению. Так, ну вот корешки внутри этого деревянного стаканчика истлели тоже, как и сам стакан, в принципе. Пытаюсь аккуратно убрать все-таки эти волокна. Корешки есть здесь у дендробиума, но насколько они рабочие? Вот эти нерабочие, например, с них веломен очень хорошо снимается. Так, вот плотные корешочки, это значит рабочие. Так, вот здесь что у нас за бульбочка? Ой! Отвалилась бульбочка. Ну ладно. Что-то тут корень через лес дендробиумный пролез и сломался. Так. С этой стороны тоже аккуратно. Смотрю, где здесь вот. При благоприятных условиях дендробиумы достаточно охотно наращивают корни, но корни растут из новых ростиков, вот из таких вот новых. Из старых корни вырастают при их появлении, при появлении бульбы наращиваются корни. Впоследствии они уже не рабочие. Так. Ну, не очень хорошо получается удалить. Но все равно основная часть вот этого деревянного, уже разложившегося кусочка извлечена. Тут вот сухие есть корни, пустые. Вот как-то так. Да, вот ломаются корни тоже. Как-то расплести хочется. Ну ладно, вот тут вот есть белые корешочки, вы видите. Они... рабочие. Шатаются вот здесь бульбочки. Но я не хочу разделять его. Хотя, возможно, это и можно сделать, потому что вот эти вот уже явно ничего с них не будет. Да. Вот так разделю. И вот это вот, наверное, в тепличку отправлю.
А вот эту вот часть посажу. Ой, это тоже что ли? Это тоже отделился. Короче, пересадила и сразу разделила. Ну ладно. Одно другому не мешает. Сейчас немножечко из горшочка уберу то, что там застряло. Торф. У меня грунт составной, влагоемкий. Там мелкая кора, пемза, он же гроу плант, он же пеностекло. Так, с какой стороны? Вот здесь. Ага, и с той стороны ростики, и с этой стороны ростики. Непонятно. Ну ладно. Для закрепления. Вот так, наверное, оставлю. Или вот так вот сделаю. Ну, вот так вот. И сейчас буду засыпать. Рваный мох. Все это просто идет в посадку. Дренажный уровень я не делаю. Сильно глубоко растения не сажаю. Потому что корешочки от поверхности будут расти. Так же, как и новые бульбочки тоже от поверхности. Если они будут в субстрате глубоко сидеть, они сгниют просто-напросто. Так. Ну, вроде все уже стоит хорошо. Кустик вот с этой стороны не засыпан. Так что вот такой сборный грунт. Влагоемкий. Надеюсь, что цветочку понравится. Так, здесь можно закрепить. Где-то у меня здесь были закреплялки. Закреплялки. Есть у меня закреплялки? Вот такую сейчас возьму закреплялку. И привяжу. Но только аккуратненько, да, чтобы бульбочка не пострадала. Вот. А так, в принципе, кустик достаточно хорошо сидит. Тут немножко добавим еще капелюшечку. Так. Хрустит это лава. Он же нанодренаж. Каких названий ему только не придумали пеностеклу. Ну все, такая красота получилась. Так, сейчас посмотрю, возможно, еще где-то вот так можно поставить держатель и клипсочка такая. Все прекрасно держится, поддончик. Этикеточка, мусор убираю. Такая красота получилась. Не буду я поливать сегодня. И пару дней тоже где-то, наверное, не буду поливать. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч!